что, господа, пока не спор о священных обязанностях, не засесть ли нам в банчик? В банчик? Если не в большую игру, почему бы нет? От невинных удовольствий я никогда не прочь. А что, чай в здешнем трактире есть карты? О, только прикажите. Алексей, карты. Добро пожаловать! Добро пожаловать, господа! Карты на столе. О, звонят! Карты! Сколько лет! Да помните ли кончить? О, хотите вы держать банчик? Небольшой, извольте. 500 рублей. 500 рублей! Отказаться от 80 тысяч. Конечно, отказаться, когда нельзя взять. Вот еще вопрос. А пока с ним объясниться. Как? Открыться ему во всем. Для чего? После я расскажу. Продолжай игру! Как он?
смысл? Я должен понимать справедливость слов ваших. Да вот в каком смысле. За искренность мы платим искренностью. Мы вам тут же признаемся откровенно, что сговорились обыграть вас, потому что приняли вас за человека обыкновенного. Но теперь мы видим, что вам знакомы высшие тайны. Итак, хотите ли принять нашу дружбу? От такого радушного предложения не могу отказаться. Итак, подадим же всякий из нас друг другу руки. Отныне все общее. Литвосты, церемонии в стороны. Человек шампанского. Честь.